Сейчас каждый водитель знает, где в Чебоксарах установлены камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. А в ближайшее время в столице появятся новые электронные и технические системы охраны общественного порядка. Об этом говорили сегодня на совещании, посвященном безопасности города. Сейчас на дорогах Чувашии установлено 19 комплексов автоматической фотофиксации «Арена». Систему контроля за соблюдением водителями скоростного режима внедряет дирекция ПБДД Министерства Чувашии. Значит, на сегодняшний день с использованием данных приборов, которые уже эксплуатируются где-то 3-4 месяца, значит, выявлено 49 900 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму более 24 миллионов рублей. В частности, значит, были проведены конкурсные процедуры по приобретению 23 комплексов стационарных фотовидеофиксации «Арена», это скоростной режим, на общую сумму 20 миллионов 700 тысяч рублей, а также проведены конкурсные процедуры по приобретению комплексов АПК «Поток ПДД». По словам Владимира Баженова, места установки комплексов на основных автодорогах города были определены на потенциально опасных участках с наибольшей концентрацией дорожно-транспортных происшествий. Аппаратура позволяет в автоматическом режиме с помощью фотосъемки фиксировать все допущенные водителем нарушения скоростного режима. В ближайшее время планируется установить еще порядка 23 комплексов. Подрядчик обещает сделать все в срок. Сегодня нарушать закон не имеет права. Есть варианты решения, временные схемы и так далее, другое, третье, пятое. Действительно, потом мы в любом случае включаем в режиме другом. Вот за это время мы можем документы уже подготовить. Но, тем не менее, сроки у нас декабрь месяц. Алена Жукова, Расиль Мухаметов, Республика.